Но, несомненно, одним из самых популярных жанров эстрады выступление юмористов, кстати. Чаще всего, и это из-за отсутствия должного внимания в нашей сибирской зоне со стороны босса. Ты что, скотина, делаешь? К тебе человек через весь город! Через весь город! А ты что делаешь, так а? Это насилие над личностью! Да какая ты личность? Ты алкаш! Алкашом родился, алкашом и помрешь! Скотина какая, а? К матери уехать, а он, да? Концерт закатывает, а? Ну, погоди, а? Эта девка сейчас все деньги прихапит! Прихапит все! Ладно. Ты загоняешь, что же ты творишь-то, а? Да ты сразу меня убей, а! Излив ты, фашист, фашист! Ай, товарищи! Он же деньги-то эти пропил. Он мне сказал, что спрятал, чтоб я меньше ругался. Ну что, я не пропил? Пропил. Не пропил. Пропил. Не пропил. А что, под гипноз боишься? Ничего тогда? Не боюсь. Боишься? Не боюсь. Обгадил свои американские трусы, боишься? Я не обгадил. Конечно. Обгадил и все. О, к директору завода. Он пойду, я сама к директору завода. Пойду и скажу, что ты мне все там стены пятнами покрыл. Да нету там никаких пятен. Нет, пятна есть. И пропил ты деньги. Ничего я не пропил. Пропил. Не пропил. А что под гипноз боишься? Да чего не боюсь? Веди своего доцента, пусть он меня насилует. Не волнуйтесь. Не бойтесь, ну что, разбирайтесь лучше. 2 месяца назад он в автобусе, значит, ехал, да, вывалился он. А поцарапал лицо эти и локти. Домой пришел за эти, за топоры и за ножи сразу. Я их убью, они не знают, на кого наехали, они на вызовы наехали. Понимаете, на самом деле, чему поругался, на следующий день вообще ничего не вспомнил. Чего я не вспомнил? Да чего не вспомнил? Я их до сих пор ищу, товарищи! Да их же там человек 8 или 10 даже было, и все качки ломбалы такие, ну как наш сосед этот. Ну, Борька-то Крюков, вот. Да чё Борька Крюков, если бы он тебя, Борьку Крюков, Борьку вызвал бы, стукнул или пнул бы, ты бы сейчас с дедом на небесах свой брак бы трескал, вот и все. Ну, штангист сосед наш, Борька Крюков, ну. Ну чё ты болтаешь? Ну чё ты врёшь людям, товарищи? Чё врёшь? Чё я не вру? Врёшь? Я с ним вчера, кстати, пиво вместе пил. Ну чё ты врёшь? Ну где он с тобой пил? Рядом? Где? Ну не рядом, но там... Ну вот там и пил, ну чё? Вот брешет, а? Вот скотина какая, а? Вот всё пропил, всё, всё. А какой мужик был загляденье? Ну токарь, ЧПУ загляденье. Как вы будете гипнотизировать? Нет, а? Ну будете, нет? Ну пойдём. Ну пойдёмте уже. Нормально? Сюда, иди. Да, и светильник включите, если можно. Да, нормально? И спасибо. Так, хорошо, все. Отлично. Откиньтесь на спинку. Ты штаны хоть надень? Так хочу. Че так, товарищи пришли и смотрят на тебя? Ладно, под гипнозом, смотрите, какие они там у него кучерявенькие. Посмотрите, да. Ну и сиди так, скотина такая. Че, давайте. Ну, гипнотизируйте, скорее. Пожалуйста, скорее гипнотизируйте. Откиньтесь на спинку дивана. Откиньтесь на спинку. Следите за шариком. Давай, следи за шариком. Слушайте меня внимательно. Внимательно, давай. Очень внимательно. Очень внимательно. Ваши руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью. Ваши члены тяжелеют и теряют чувствительность. Ваши мысли и ваши чувства подчиняются моей воле. Ваши веки тяжелеют и закрываются. Ну, откиньтесь на спинку дивана. Откинься.
Сам знаю. Все. Следите. Так, стойте! Члены не имеют. Этого не надо, понятно? Господи. Думаю, и так. Не надо. Тихо! Какие члены? Следите за шариком. Слушайте меня внимательно. Ваши мысли и ваши чувства подчиняются моей воле. Моей воле, моей воле. Вы распухаете, вы расслабляетесь, вы погружаетесь в теплое море, в теплое море. Вы слушаете только меня, только меня, только меня. Ваши веки тяжелеют, 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 тяжелеют. Закрываются, 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 закрываются. Вы спите, 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 спите. Это исключено. Как вас зовут? Как вас зовут? Лев Анатольевич Задорнов. Владимир Чернецех, а вот что я придумал начальник? Не мешайте, тихо. Как вас зовут? Как вас зовут? Конфуций Конфуций! Это кто? Это китайский философ. Как вас зовут? Как вас зовут? Альфред Нобель! А чё это? А это лифтёр наш? А ты чё себя придумал? Лифтёром! Он же еврей, ты же жидов ненавидишь, а? А Боря? Боря! Не вмешивайтесь, пожалуйста! Как вас зовут? Как вас зовут? Борис Семенович Вызов! Где вы находитесь? Где вы находитесь? В своей квартире. Сколько вам лет? 40. Ну как куда сунул деньги? Чего спрашивал? Куда вы спрятали свою заработную плату? За бачком в туалете. Чё? За бачком в туалете. Боже ты мой, ты посмотри, а, посмотрите, что в пакетике. Ой, ой, девочки мои, девочки мои, видал, что? Все, 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 крохи, поедем, все, подарочки ей куплю. Так, раз, два, три, четыре, пять, выводить из страны. Нет! Подождите. Так, сейчас ждите, ждите. Знаете что? Это... А давайте-ка мы его, это... покодируем, а? Я вообще-то не специализируюсь на кодировании. Да знаете что, у меня теперь деньги есть. Нет, вы не знаете. Ну, нет, 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 не могу, нет. Один вопросик можно? Какой? Мужу моему... Мужу! Ну вот, значит, знаете как? Мы когда с ним познакомились, он мне сказал, что он в кремлевских войсках. Я что-то сразу не поверила. Давайте спросим. Давайте. Давайте.
Борис Семенович, вы меня слышите, вы здесь? Да. Борис Семенович, ответьте мне, вы когда-нибудь служили в кремлевских войсках? Нет! Все 20 лет? Как нет? А где он служил? Как где служил? Я могу узнать, наверное. Давай спрашивайте. Давайте спрашивайте. Борис Семенович, вы меня слышите? Вы здесь? Да. Борис Семенович, ответьте мне, где вы проходили срочную службу? В строительных войсках в городе Верхняя Салда. Борис Семенович, вы меня слышите, вы здесь? Да! Борис Семенович, ответьте мне, как вы получили ожог на ягоде? Сел в костер по пьяному делу. Ясно. Понятненько. Так, мы его сейчас выведем на чистую воду, сейчас его всего запросим, всего разведаем. Ну, сейчас все. Так, спрашивайте, откуда? Нет, не откуда, почему откуда-то? Это сколько платье мое стоит? Какое? Ее бархатное, которое он мне из Москвы привозил. Но он может не понять, какое имя. А что это он не поймет? Он мне только одно платье и привозил. Ну, давайте спрашивайте. Хорошо, я спрошу, только вы успокойтесь. Я успокоилась. Борис Семенович, вы меня слышите? Вы здесь? Да. Борис Семенович, вы помните черное бархатное платье, купленное вами в Москве? Да. А за какую сумму вы его приобрели? Какую? За 91... Рубль! Божился, что 450 в сумме отдал. Он мне что, наврал? Вот скотина какая! Я же в этом платье на юбилей и на свадьбы ходила. Мне же бабы все завидовали. Говорили, какой у тебя мужик, какое он тебе платье. Это что же получается? Он водку пьет, я ему ничего не говорю. Это получается? Что же получается, бабы? Что получается, я на платье себе не заработала за всю жизнь? Это что получается, кто меня опозорил? На какой-то свалке купил платье и все. А я в нем юбилейный. А где остальные? Ну что? Где он, пропил? Сейчас мы выясним это все. А спрашивайте, это что получается? Или пропил, или на проститутку упал. На проститутку упал, ну ты что, мне скотина заразу в дом принес? Это ну-ка спрашивайте, я жена, я должна знать. Хорошо, хорошо, я спрашиваю, все, я спрашиваю. Давайте. Да? Борис Семенович, вы меня слышите, вы здесь? Да. Борис Семенович, ответьте мне, куда вы истратили деньги, которые будто бы израсходовали на платье? Проиграл в наперстки. Как в наперстки? Он что, опять в наперстки? Он что, в Москву в наперстки едет играть? Я тут понтулю, значит, как папа Карма каждую копейку, а он в наперстки поехал играть. У нас Валька дочка без денег сидит, она под эти деньги могла 2 месяца жить со своим мужиком. Эй, что, он в наперстки проиграл? У нас случай был, мы Вальке плащ хотели купить, товарищ. У меня в надежном месте все было спрятано, а они, эти наперстки, они у нас все выцегнили, вы понимаете? И он опять на вот эти вот наперстки, он опять все... А если бы они ему башку бы оторвали, он бы плавал сейчас в Москва-реке, как в кинах-то показывают, а? Это что такое-то? Ах ты скотина! Таня! Ой, господи!
срамоты. И я отравлю тебя. Вот проснешься, мы с тобой обо всем поговорим. Обо всем мы с тобой. Боюсь, что я больше не могу продолжать сеанс. У меня на 7 часов назначен следующий. Сидеть! А мне нужно еще добраться. Так. Я не успею. Тихан, я тебя его отпущу. Почему? Потому что мы не все узнали. Я не могу, у меня на 7 часов. А вы отложите. Я вам все не дам, дам только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я стукал так просто. Стоп, хватит, хватит. Говорили. Ну, чтобы было все. Ну ведь как, оно как сумочки с документами нужно, да? Чтобы не бегать, потом не искать. Вы согласны? А еще знаете, что сделать? Чего? Говорила ты. Еще бабам всем ваш телефончик дам. Объявленица еще там, чтобы они все своих мужиков проверили. Потому что вот эти все мужики, они потому что всегда воняют, все, они зарплату не приносят, все. Про зарплату спросим? Спросим. Спросим, сколько он получил? Спросим. Спросим. Борис Семенович, вы меня слышите, вы здесь? Да. Борис Семенович, ответьте мне, сколько составила ваша заработная плата за последний месяц? 650 рублей 38 копеек. 650 рублей 38 копеек. Сколько? 650 рублей. Я слышу! Товарищи, а на кой... Он где-то, он что делает? А 4 дня он не просыхая, он на какие шиши пьет? Ему что, любовница дает, а? Или любовник, а? Слушай, гад, уж не попка ли ты у меня приторговываешь, а? Скотина. Точно. Он с грузиньем связался. Эти грузины его поют, а потом чикают. Точно. У нас, знаете, что я знаю? Один грузин был в воинской части, ну я работала тогда. У него вот такой этот нос такой. Он, знаешь, что сделал? Он одного солдата. Ну, ржали все, задницу зашивали, потом вся пошла. Только спрашивайте, откуда у него деньги? Откуда? Спрашивай. Где? Борис Семенович, вы меня слышите? Вы здесь? Да. Борис Семенович, ответьте мне, откуда у вас деньги на спиртное? Вопрос не понят. На какие шиши вы устроили себе последний запой? Точнее. Украл с работы медный кабель и сдал его в утиль. Я, может, тюрьму поставлю.
уже получается. Он бы деньги эти малюсенькие дочке отдал, сказал бы: доченька, купи себе прокладок импортных, а то как старая баба тряпочки подкладывает. Тебе же еще внука рожать. Ты о внуке-то что не подумал-то? Мамуленьки мои, ты квартиру отбирал. От скитнюга-то как-то... Ой, папы! Что делать я тебе? Ты чё же, скотинюга, такое делаешь? Надежда Петровна! Ты же у государства воруешь! Ты же заводку мать родную продашь! Надежда Петровна, успокойтесь! Ну, он не защитник! Какой он не защитник? А вы? Чего вы его защищаете? А? Он не защитен под гипнозом, а вы рукоприкладствуете. Это нельзя. Где я рукоприкладствую? Ну, вот это вот. Вот так я рукоприкладствую. Надежда Петровна, успокойтесь. Надежда Петровна. Что? Под гипнозом нельзя рукоприкладствовать, он не защитен, понимаете? Понимаю. И что? Все. Что? Я ухожу. Уже 7 часов. А мне нужно еще добраться, я не успею. Вот вы его защищаете. А вы рукоприкладствуете. Да, а вы его защищаете. А я защищаю. А он это, знаете что? Что? А он скотина. Потому что он меня всю жизнь обманывал. С самой молодости я еще байка беременная ходила, а он уже гулял везде. Он гамки ходил к соседке нашей, к этой татарке вонючей. Фу, тварина, она вообще поила его всякой. Вот вы спросите, ходил он к гамке? Ходил. Ну, как, у нее в паспорте написано. Что? Ну, гамка в паспорте как. А, она мне не долаживалась, как у нее в паспорте написано. Просто гамка, да? Просто гамка. Борис Семенович,